Друзья, всем огромный привет! Мне посчастливилось. Мне передали эстафету от цветочных блогеров, которые сейчас ходят по Ютубу, Дзену. Вот. И передала, кстати, мне ее Светлана Романова с канала «Волшебный мир цветов». Очень приятно и неожиданно. Я, конечно, не считаю себя таким каким-то блогером. Я вообще себя блогером не считаю, потому что это вообще просто увлечение, которое я показываю. Сейчас, кстати, расскажу. Не переключайтесь, я вам расскажу. В этой эстафете три вопроса. Значит, первое, немножко рассказать о себе, развеять миф какой-нибудь или оставить пожелание, ну и передать эстафету дальше. Давайте начнем с первого. Меня зовут Дина, мне 40 лет, недавно исполнилось. Я из Калининграда, мама 4 детей, у меня 2 сыночка, 2 дочки. Старшему моему сыну будет 20 лет вот летом, а младшей дочери будет 9 лет весной. Как и во всех, наверное, многодетных семьях, у нас есть животные, как без них. У нас есть кот, кошка и собака. Так как мы живем в частном доме, собака у нас на улице, и она гуляет по территории. Кошку регулярно вы можете видеть в моих видео. Сейчас, секунду. Она сегодня явно не хочет сниматься, да? Это кошечка Эверест. Но все ее называют дурашка рваное ушко. Кстати, в соцсетях можете по этому хэштегу ее найти, если вам интересно. Кошку, кстати, подарили дочке, когда был ковид, и у нее был день рождения, она так просила котенка. И какой ужас, что всех котят разбирали вообще моментом. Только выставляют объявление котенка, звоню, уже его нету. А тут повезло. Вот такая красотка не хочет сниматься. У нас есть и кот еще есть. И собак, я сказала вам. Я увлекаюсь цветами очень давно. Не знаю, мне кажется, у нас всю жизнь были цветы, какие-то растения, огороды, постоянно что-то было. Хозяйство у отца, он вообще у нас такой трудолюбивый был. Что еще сказать? Сначала я увлекалась цитрусовым, у меня было довольно много их, всяких разных, больших деревьев, плодоносящих. Из цитрусовых остался у меня только каламандинчик, кофейные деревья есть такой из экзотики. Потом были суккуленты, ароидные, не знаю, орхидеи, фиалки, чего только не было. Я не знаю, какое растение у нас есть, которого у меня не было, с которым я не пробовала. Единственное, не люблю кактусы, не знаю почему, вот кактусы просто не люблю. Ну, кроме декабристов, это, как известно, лесные кактусы. С недавних пор я очень увлеклась хоями, просто заболела со страшной силой, и, как всегда, получилось это неожиданно. Был у меня цветочный обмен, и мне положили, по-моему, около 10 хой, не помню, на что мы там менялись, и вот с тех пор и пошло. Это, наверное, уже года 3, 2-3 года, да, вот так. Дальше, второй вопрос. Развеять миф не развею, потому что не знаю никаких мифов, но оставлю вам пожелание. А пожелание хотелось бы оставить такое. Будьте благочестивы и довольны. Если мы не будем довольны тем, что у нас есть, ну, кто нам даст большее? Утром проснулись, слава богу, мы проснулись, ведь некоторые не проснулись в это утро. Мы встали, а некоторые лежат. Мы видим солнышко, люди некоторые не могут позволить себе такой роскоши и не видят. У нас есть родные и близкие рядом с нами, наши дети, мужья, жены у кого-то. Кто-то лишен даже этого. Благодарите за все Бога, живите благочестивой жизнью. Не делитесь негативом, а делитесь позитивом. Не надо писать гадкие комментарии, потому что от избытка сердца говорят уста. То, что у вас внутри, тем вы и делитесь. И когда вы пишете плохой комментарий, вы, в принципе, показываете только свою сущность. Поэтому имейте в виду, надо себя как-то воспитывать, постоянно воспитывать. Мы же растем, мы же совершенствуемся, мы же совершенные люди. Мы созданы по образу и подобию Бога. Меня лично создал Бог. Может быть, вас
вы произошли от обезьяны, я не знаю, но меня Бог создал. Я точно знаю, что я от Евы. Поэтому такая красивая. Давайте сейчас перевернемся, посмотрим мои растения. Я думаю, что это интереснее будет. И я скажу, кому я буду передавать эстафету. Хотя я тут недавно показывала этот уголочек, но я думаю, это интереснее смотреть, чем на меня любоваться. Кому я хочу передать эстафету? Ну, во-первых, хочу передать каналу Мария Мария Цветочки Лепесточки. Это мама Мария и дочка Леночка. Они собирают хоечек. Этот канал в последнее время у меня фаворит. Я прям очень люблю их, очень рекомендую. Такие хорошие девчонки. Девчонки хорошие. Надеюсь, что они мне не откажут и примут мою эстафету. Все ссылочки на каналы я оставлю, конечно же, под видео. Обязательно переходите, подписывайтесь, интересуйтесь. Хотелось бы также пересдать эстафету Катюше. Канал называется Екатерина Миртос. У нее очень много всякой экзотики. Такое интересное. Интересные экзотики, мне кажется, у нее цветет даже то, что в природе не цветет. Не знаю, и хамелациум. Я у нее даже покупала тоже красоту всякую разную. И хамелациумы, и камелии. В общем, что только не цветет. Я просто сейчас так и не вспомню сразу. Вот. Хотелось бы также передать Танюшке Романовой канал. Наверное, так и называется, Татьяна Романова. С этой Танюшки у меня началась, благодаря ей у меня появился свой YouTube. Это было, наверное, года 3 назад. Я смотрела ее видео, и в одном из видео она говорит: мы вот с девчонками-блогерами решили сделать такой проект. Сажали они суккулентный садик. Кто хочет к нам, присоединяйтесь. Я тогда ей написала, говорю, я хочу попробовать, а почему бы и нет? Она мне говорит, ну, без проблем, Дина, делай. Открывай канал, записывай видео, выкладывай. И вот благодаря ей у меня и появилось такое хобби. Хобби перешло на большие экраны. На большие экраны. Вот так вот бывает. И с тех пор мы как-то с ней неплохо общаемся. Такое ощущение, что мы друг друга давным-давно знаем, хотя на самом деле вживую, к сожалению, ни разу и не виделись. Я надеюсь, девчонки не откажут мне. Обязательно подпишут, поучаствуют в этой эстафете, а вы подписывайтесь и заглядывайте к ним на канал. Тут малышня моя, такая малышня, всякая разная. Так, ну и в завершение хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте и в Телеграм, где я регулярно выставляю свои излишки или какие-то коротенькие видео. Переходите, все ссылочки оставлю в инфобоксе. Будем с вами там дружить. Ссылочки на девчонок будут там же.